Скажите, помогают ли душе на том свете? Мы занимаемся исследованием паранормального уже 5 лет, больше 5 лет. У нас огромнейший опыт в записи феномена электронного голоса. Когда у нас предчувствие беды или стопроцентной уверенности, это духи нам подсказывают, что делать? Сегодня мы зададим около 20 вопросов, которые всех интересуют. Канал Табу Искатели Паранормального представляет. Всем привет, друзья! С вами канал Табу Искатели Паранормального. И это рубрика «Транскоммуникация». Сегодня в этом ролике мы хотим разобрать еще ряд вопросов, связанных с потусторонним миром. Те вопросы, которые вас очень сильно интересуют. Я думаю, которые интересуют каждого из вас. Нам с детства говорили, что когда человек умирает, когда он уходит из физического тела, он видит коридор. И когда он идет по этому коридору, его встречают ныне ушедшие родственники. Есть такой обычай. В день похорон люди завешивают зеркала в квартире тканью. Мы сегодня хотим все это выяснить. Мы занимаемся исследованием паранормального уже 5 лет, больше 5 лет. У нас огромнейший опыт в записи феномена электронного голоса, и мы постоянно развиваемся. Сегодня мы зададим около 20 вопросов, которые всех интересуют. Также, друзья, хочется добавить, если вы не подписаны на наши паблики в группе ВКонтакте, также наши инстаграмы, все ссылочки будут в описании, обязательно подписывайтесь. Подписывайтесь на Настину группу ВКонтакте «Око ведьмы». Делитесь нашими роликами. Ну а если же вы новый зритель, обязательно подписывайтесь и не забывайте, и те, кто уже подписан, нажимать на колокольчик и выбирать все уведомления. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем, когда мы выпустим новый ролик, чтобы вы видели оповещение. Да, ребят, вы задавали нам много вопросов по поводу того, что происходит с душой на том свете. И сегодня в список наших составленных вопросов войдут некоторые ваши вопросы, на которые вы получите ответы. В общем, ребятки, мы сейчас отправляемся домой, подготавливаемся и будем записывать для вас серию ЭГФ. Итак, друзья, мы перебрались домой. Мы подготовили самые важные вопросы, которые нас интересуют, которые мы не задавали потустороннему миру. Итак, начинаем. С нами может кто-нибудь выйти на связь? Ответьте нам из потустороннего мира. Нам может кто-то ответить? Итак, у нас первый вопрос. Видит ли душа во время ухода из физического тела свет? Да, свет там. А какой это свет? Идет ли душа по коридору? Скажите еще раз. Что-то было, да. Про коридор. Видит ли душа родственников, которые покинули наш мир? Стоят ли они в этом тоннеле, в этом коридоре? То есть родственники встречают, правильно? Приветствуют ли они душу? Ответьте еще раз. Они
А почему? Там свечка как дергается. Угу. Я вижу. Друзья, видите, свечка как себя ведет? Это значит, что идет воздействие темных сил. Да, как, так как свечки, плюс ко всему еще, над ними был проведен некоторый ритуал, и своего рода они могут привлекать темных. Это правда, что душа первое время не осознает, что покинула физическое тело и живет в квартире первые дни, думая, что продолжает жить? Правда ли? Это не ошибочные мысли? Какой-то фон был. Скажите еще раз. Кстати, а вот сейчас свечка нормально горит. Очень странно. Так, ладно, следующий вопрос. Зачем завешивают зеркала? Да, зачем завешивают зеркала в день похорон, по-моему, да? Угу. Ответьте нам на этот вопрос. Был ответ, какой-то хрип, какой-то, как будто выдох такой. Вы ответите нам на наш вопрос? Почему завешивают зеркала? Ответьте еще раз. Может ли что-то произойти, если их не завесить? Что будет, если их не завесить? Скажите еще раз. Давай следующий. Во время ухода из физического тела к душе приходит смерть. Что вы говорите, не хочет? Угу. Да. Ладно, мы пропустим этот вопрос. Девятый. Скажите, а как выглядит смерть? Как она выглядит? Выше всех. А внешность какая у нее? Так, ладно, разберем. Нам ее правильно показывают в черном плаще и с косой. Еще раз скажите. Боже мой, ответ уже ужас. Ой, друзья, я сейчас чуть не оглох. Это был какой-то крик, по-моему, не хотят, чтобы мы задавали подобные вопросы по поводу смерти. Крик возмущения прям такого был очень громкий. Типа, хватит, что-то там. Так, ладно, давай следующий. Так, сейчас.
Душе сложно покинуть тело. Ответьте нам. Вот такой ответ был. Получается сложно, да? Не могу. По-моему. Так, ладно. А душе жаль, что она покидает физическое тело? Скажите еще раз. Надо разбирать. Помнит ли душа родственников? Был колокол. Я тоже сейчас услышала. Я думала, мне послышалось. Колокол такой, знаешь... Церковный как будто. Да, и ответ. Ага. Серьезно, это был колокол. Я думала, мне сейчас послышалось, я думала. Нет, тебе не послышалось. Я не знаю. Как? Так, ладно. Скажите, помогают ли душе на том свете? Помогают ли душе на том свете? Чувствует ли душа наши мысли, когда мы думаем о ней? Мы есть. Что тоже. Ответьте еще раз. Что-то про жизнь. Знают ли духи наши планы? Интересно. Еще раз можете сказать? Так, ладно, дальше. Когда у нас предчувствие беды или стопроцентной уверенности, это духи нам подсказывают, что делать. Еще раз можете сказать? Ты сам видишь. Так, ладно. Шестое чувство. Связано ли оно с потусторонним миром? Да. Да или нет? Я что-то там не говорю. Ну, когда... У нас открывается шестое чувство. Это духи нам подсказывают. Вот был ответ. Интересно, надо разобрать. Важно ли думать об ушедших родственниках? Ты успеешь. Скажите еще раз. Что-то про Бога было.
Мы отпускаем вас. Идите туда, откуда пришли. Сейчас женский голос был. Может, это... Как он? Мара Марина? Мара Марина? Не знаю. Женский голос был. Я сказал, идите туда, откуда пришли. Женский голос что-то сказал. Спасибо вам за общение. Я ушел. До связи. Ну а если же вы досмотрели этот ролик до конца, огромнейшее вам спасибо. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, подписываться по всем ссылкам в описании и делиться нашими роликами. А мы постараемся для вас в ближайшее время отснять еще кое-что. Друзья, вас становится больше. Это очень радует. И у нас появляется стимул снимать дальше, двигаться дальше. Но от вас единственное, что мы просим, это поставить лайк и написать комментарий под этим роликом. Всем пока, друзья. Увидимся. Прощаемся, но ненадолго. Всем пока.